Ну вот такая вот пока драчка. Кейс CX-210. Более-менее ничего. Лобовое стекло, правда, выдавлено было. Оргстекло стоит. Ковш болтается, как сопля. Но это вот эти вот щели. Очень мощные щели. Там еще гидроножницы, челюсти валяются. Объект уже раздолбали, но надо вроде как исторический памятник. Ладно, объект не важен. Вот такая вот драчка. Вроде ничего, движок, тра-ла-ла. Гидравлика, правда, после нагрева стрела слегонца начинает травить. Здесь еще, говорит, что-то периодически протекает. Надо менять уплотнительное кольцо. Видимо, там покоцанные места для кольца. Звездочки. Да терпимо еще. Я посмотрел на опорные катки. Вроде ничего так. Днище, правда, оборвано. Вот здесь вообще дырка, говорит, где-то на болотах, на лесах корчевали пни. Пни повыдавливали днище. Ну вот такая кейс. Мне нравятся кейсы. Всю жизнь нравились. Так, пока все. Ну вот еще такой монстр к этому экскаватору. Вот он, кстати. Довольно мощное орудие труда. Правда, поворот не работает, он сказал. Болтается, как сопля. Но челюсть, говорит, работает исправно. Немножко, говорит, погнулась вот здесь вот. Но это же мелочь. Выглядит грозно. Вроде как исторический памятник. Министерство культуры вроде все это дело крышует. Ладно. Включился? Так, маленький нюансик. Это значит, седлуха у меня. Вот кто-нибудь может сказать, что это за клизма? Не пойму. Неужели это подкачка? А как ее качать? Ну я тут уже вчера качал, сегодня подкачивал. Непонятно. Ну да ладно. Сиденье под 16-килограммового мальчика отрегулировано. Так, ну вот такая вот болячка, видите? Ковш. Вот такая вот болячка. Это очень хреново. Болтается, как на соплях. Конечно, у меня было и похуже, но это уже, я считаю, серьезное. Вот. Он просто гуляет сюда. Он не то, что уже палец расшатался. У него вот эти вот между ушами и самой стрелой большие зазоры. Туда палец, туда полтора пальца можно засунуть. Вот такие вот пока пироги. Что тут еще по кабине? Ну вот верхнюю еле-еле задрал. Ну, задирается. Это оргстекло, кстати. Так, все стекла целые. Здесь немножко что-то разломалось. Толком и не знаю. Значит, по панели приборов. Честно говоря, еще не очень-то и разобрался. Тут у нас что-то магнитофон там. А вот здесь вот у нас типа климат-контроль, что ли. И еще может быть там что-то. Эти вот прикольные штуки. Можно отрегулировать высоту. Ну вот. Эх, неудобно как эта фигня. А вот ниже, выше гуляет. Прикольно, никогда такого еще не видел.
что у нас тут еще? Да вроде бы пока ничего. Тут еще какая-то кнопка, не поймешь. Ну, это все методом тыка. Сигнал еле-еле. Здесь сигнал, здесь тоже какая-то кнопка, нарисован замок. Еще толком не знаю. Так, все, ладно. Пока все.